Ладно, Эльдар не считается слэшером. Ты рассказал уже тактику или что? Нет, нет, мы только вот все собрались, блядь. Все пришли сюда. Тактику так, давай сначала по порталам. Получается, вот как пати идут. Авентор первый, Флай второй, Веномчик третий, Тризот четвертый, я пятый, За шестой. Подожди, у нас Муренок. Муренок тебе в ретрика надо. Окей. Так, Муренок. Муренок седьмой, Кира восьмой, Вас девятый, СМЛ десятый портал. Кира с друидом сразу бегите вперед, как в портал заходим. Ты Кира, скинь сейчас... эту картинку, пацаны. Картинка, блядь, есть же здесь, недалеко она. Рейтинг-фа, заходим. Смотрим картинку. Да, вообще не. Все можете порталы посмотреть свои. Получается, Авентор, Плай, Веномчик и Тризот бегут налево, когда в комнату заходим. Я, Муренок, Вас и СМЛ направо бежим. Друид с шаманом бегут по центру. Шаман один будет. Из вашей пачки один должен с ними идти. Друид же хил, и я так понимаю. Да, да, да. Ну, шаман один не справится. Ришер, если какой? Шестой же, да? Я тупой. Смотри, как пати расположены, рейд открываешь. Вот Авентур первый, Клай второй. Я понял. Все, порталы посмотрите. С порталами не тупим, надо заходить сразу же в него, как он появляется. Чтобы все успеть. К большому. Можно эти, слышь, что, да. Метки поставить сейчас на... Их ты хера слишком не поставить. Ну, 10 штук, 10 меток. Да, проще, бля. Ну, меток разберутся. 8, конечно, да. Нет, так 10 меток с каким-нибудь промахнешься. Проще на каму поставить. Да, каму, иди сюда. Пиздить будут. В любом случае. Давай, будут. Да, как мы делали вот сейчас. Я Йоксарон. Квадратик это Йоксарон. Смотрит он вот сюда, в сторону черепа. Череп это выход. Встаньте вокруг квадратика, как вы будете в портал заходить. Те, кто заходит. Где череп это выход. Ваш портал, картинку. Но остальные что ставим? Кто такой? Милики. Ну, я не понимаю. Напишите свои номера еще раз, пожалуйста. Ну, быстрее. Я четвертый, кама какой? Пятый? Пятый, пятый у меня. Поменяйте каму, пускай он с нами встанет. Кто-нибудь. Нормально, так. Да, разберемся. Ладно, давай жуки поставлю. Вот, вокруг квадратика. Кто там, какой заходит? Кама рядом со мной. Там вот, еще вот, один да, же, да. Между дза. Сколько человек получается? А почему тут нету... Второй номер где? Второй номер где? Почему вот у Веномчика рядом никого? Вот, все, вижу. Второй номер есть. Авентор первый, да? Есть. СМЛ десятый. Есть. Кто между СМЛом и Найсом? Девятый, Вас. Где ты? Вас. Ты стоишь между Underpower и Найсом. Это твой портал будет. Где ты потерялся? Блять, в рейде стоит. Вас. Да как? Не в 10, что ли, блядь? Галочку ставят, блядь. Вас, идем мы здесь, блядь, стоим, порталы, блядь.
свою показываю, кто в какой заходит, ты сидишь в ПК. Повернись назад. И стань туда, где твой портал будет, который тебе назначили. Джокер не бьет в квадрате. Вообще, ну не отдупляет, что происходит, похуй. У вас картинка в Дисе. Там есть вокруг Йоксарона порталы с номерами. Твой 9-й. Ты это помнишь. Мы сейчас расставляемся так, как будем заходить в порталы. Квадратик это Йок, череп это там, где выход. Куда он смотрит. Тебе надо встать туда, где ты будешь заходить в портал. Чтоб потом не проебаться на йоге. Картинку нашел? Все, понял, где ты будешь заходить? Есть предложение... А, блять, он холик. Это такое. Ладно. Не понял, какой у него там 7-й? 9-й у него. И у вас. Блядь, давай Флойза поставим, ну нахуй, ну серьезно. Давай Флойза просто впихнем. Вас, ладно, будешь снаружи оставаться. Флойз, у тебя 9-й портал. Будешь по центру также по миду бежать. Конец. Нет. Все, вас не заходишь вообще в портал, просто сверху. Да ты разберешься, ты... Ты бежишь по центру вместе со вторым лемом и идешь дальние бить. Щупальца. Самые дальние. Шаман тоже, если там, видите, подхиливать по этих порталах. Если друид не будет справляться. Встань на свое место, Фуз. Вот, все. Вроде все есть. Только вас тут лишний получается. Все, за вас. Погоди, друид 6-й, муренок 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. Да, все, все отлично. Все стоят. По МК базука на няшера всегда кидаешь. О, милики, к большому щупальцу не подходим, средний сливаем, удушающий, сразу все свечимся. Когда будет между вами нитка, это означает, надо сбежаться. Танчить будет этот Void. Void Frozen. Давайте ребаф, чего этот баф как будто не хватает? В порталах, в йогу тоже, кто снаружи остается, в сторону йога не смотрите. Лицо. В комнатах все знают, что делать здесь, блядь. В комнатах опытные люди. В РДД все большое заливаем. Давайте же на ФК попробуем пулить. Милики, сейчас все идем в центр, где Сара стоит, прям в нее встаем и не двигаемся. Погнали. РДД, все бегаем за нашим с квадратиком. Мирики, все, Сару фокус выбрали. Смотрим, что она кастует и на кого. То есть на вас рвение Сары, надо с ним выйти из мирзоны. Пока оно не закончится. Вас вышел. Касты кикаем этим обам. Так как много еще у нас. Еще раз, кто в какую сторону в комнату? Он? Авентер, Плави, Номчик. Налево. Сейчас я, Тризот, Муренок направо. Андер тоже иди налево. Касты. На мудак я добью, встаю, добью, да. Секунду забыл выпить, блядь. Оба.
Значит, этого мы подобьем, уже пропускаем. А скикаем. Все, уже пропустили. А скикаем. Эти тоже пропускаем. Чуть поближе. Last mob. Вышли, вышли, когда правее. Раз. Милики, отойдите от него. Удушающая свеченность. Просто все милики, идем в средний, пока бить. А, паладины, маги, друиды, все дисперимы. Чему у нас два трупа? Вас. Бай. У вас с рвением не выше. Опал удушающий. Где твой портал? Все, 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 падаем. Лучше или под большое задеть. А вопрос, а вы дисплеить вообще что-то думаете или нет? Друиды, паладины, да, шаманы, все маги тоже. Все дисплеим, все, что видим. Это очень важно на этом боссе. Чтоб рыцарь, да, продисплеен был. Ретрики помогаем тоже, хули пау диспель. Да. В комнате обязательно диспельте. Давайте быстрее ребахаемся. Все здесь. Вас, ты понимаешь, что делать надо тут? Ты видео там смотрел, тактику читал, не знаю. Надо быстрее выходить, ты для этого сам берешь. Тебе надо не когда он повесился выходить, а когда она кастует его в тебя выходить. Для этого надо взять Сару в фокус и просто смотреть. Когда она кастует в тебя, каст идет 5 секунд. За эти 5 секунд ты можешь выйти. Стоит. Last play. Рвение Сары называется. С остальными можешь не выходить. Еще одна арча. Погнали. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. О, далеко. Не бьем, пока он не дошел до танка.
Сейчас убьем, пропустим справа уже. Что ты цепанул? Милики, да? Я цепанул. Чекерим. Все, вышел. Оба. Решил просто выйти и стоять. Ну бля. Видишь, все, дебаф спал с тебя, идешь обратно, только не положимся. Пизда. Пейте этого быстрее. Два моба. Заливаем. Раз кикаем. Второму ка. Ну, давайте. Дальше, быстрее. Милики, отошли все от моба. Ну, продисплейте, блядь, пожалуйста, нахуй. Уже 10 секунд. На РДД мобата добейте. От меня, от черепа отошли все. Нитка, сужались. Душа еще быстрее. Все свечимся, сразу видим. Ты налево все. Большое перед мордой у йога. РДД, идем бить большое. Душа. Порталы. По своим. Спайте ослабление, свара. Underpower. Спасибо, нахуй. Ага. Да сейчас вот так вот. Ну ебал маму нахуй. Кто влево должен идти, блять, ну. Лево добить. Ясно. За БР не плойса портали. Он сам. А, сам. Приготовились, выходите, выходите у нас. Выходим. Хуя не спасибо. Блять, кто влево еще раз? Плюс. Поставьте тех, кто идут влево. Раз плюс, два плюс. Кто третий? Третий еще был назначен влево. Underpower, по-моему. Я налево пошел. Авентор еще. Большому не подходим, мелик. Справа точно, я помню, я, Кама, Муренок. По-моему, Муренок был слева. Нет, нет, он был с нами справа. Душа еще выбить надо. РДД, свечимся, всю душа еще все. Кто мой портал нашел? Ну кто, блядь, спиздил, сука? Как я вас... Дум, можно здесь сдохну? Спа вообще. Так, друид, блядь, на мне фу Дум тикает. У меня вот это ослабление, блядь, висит весь бой. Да, они у нас хуёво в портал.
Потому что два щупальца поднялись. Выходим. Понятно. А Вента остался. Бейте его. Я боюсь, простите, парни, вы хоть это раз видели, там тактику Хочу. Читали, там смотрели что-нибудь? ДК, танк, ты понимаешь, как сбивать этот каст, или ты... Да, только с двух одновременно в разных частях комнаты я не смогу сбить. С одного хотя бы сбивай. С одного я сбиваю, а со второго... Да кто, блять, мой портал опять забрал, вы заебали. Я так понимаю, у нас варьер вообще даже ни разу не прочитал, не посмотрел, наверное, да? Что здесь нужно делать, да? По кайфу, да? Ты видишь, так как мы комнаты проходим, Ильдар, у нас 5 секунд остается, мы только к мозгу приходим. Я понимаю, у нас просто баф висел на минус урон. 90% времени. Я подхожу к... Все, убиваем в портале. У нас фойс еще умер. Я подхожу к щупальцу, у которого... Только мы и убьем стоим. У него 50 секунд кастер прошел. Ладно, чё? Как уёл. А чего Фуйс отправили в портал? Выкиньте Вара с портала, он вообще не вдупляет, что делать. Его... А кого нам еще ставить в портал? У нас вас нихуя, ну, не отдупляют. Чё ну, делать слушай, в портале? Слушай, зайдет в портал, чем он. Мы Фуйза поставили, это потому что у нас вас не смог отдуплять. Ну, слушай, Няшин зайдет вместо Вара. Вар вообще не, у него просто он... Я не понимал. А ты понимаешь, что у нас по центру некому идти? У нас один лем только. По центру надо минимум двое. Мы еще дольше. Сверху ДПС не хватает. Да, тут ДПС не хватает. По два больших. Блядь, у вас сверху ДПС не хватает, потому что, блядь, 50 секунд. Лучше зайдите, все падаем. И село минус 20% урона. Так я же говорю, ДК танк, ты понимаешь, так как сбивать косты, только танк это может делать. Ну так я с одного сбил, а с другой стороны еще... А почему говорят, что самый первый было full time минус 20? Мы вышли только на вторую фазу, большой щупальце. Он 40-50 секунд простоял без битого коста. У него сбили каст, когда у него каст был 4-10. То есть 50 секунд простояли, били минус 20% урона, это первое щупальце. Хорошо. Его никто не сбил. Я специально просто не заходил, посмотрел, что вообще люди делают. То, что Вар делает, это вообще шок-контент, блядь. 90% того, то, что он вообще первые три рейда не попадет, уже 100% больше. Приходить на йога плюс один, блядь, не знаю так. Два портала подряд, кто-то пиздит и заходит не в свой. Насчет портала. Вы не заходите в самый ближний, пожалуйста, блядь, заходите в свой. Идите заранее туда, я хуй знает. Но вы пиздите, блядь, чужой, ну, портал с тем предлогом, что, блядь, вам он важнее. Ну вы ёбну. Вот что, совсем что ли? А это она сама спуливает, кончено. Сама спуливалась. Это не надо заходить в комнату вообще. Мы должны стоять все возле... Идем сдохнуть надо, парни. Пошли умирать. Она сама пуляется и все. Когда заходите, портуетесь в провал, сразу стойте возле портала. Вообще в комнату не заходите. Так, у нас замен нету, да? Нет, у нас маслончик пойдет скоро. Короче, это пронос, это прям гиблое дело, сразу видно. Вот тупица! А без него никак. Мы и так там 5 часов сидели. Ну, блядь, а без запроноса реально не никак, и если мы хотим там хэмы траить и прочее. В смысле, вы 5 сидели, вы не 5 сидели? Ну, 4.5. В комнату не заходим? Да просто немножко этот людей подредактируем на следующий КД. Два человека ну... точно уходит на следующий КД. Не во второй, это сложный босс, и типа тут вот прям... Именно важно. На йоге начинается проблема, да, блядь, почему?
Так всегда так. Люди, но начинают тупить. Остальные боссы манекены теперь. Ничего, блядь. Они думают, что вот закрыли 5 хемов, и все, мы пиздатые. Как сюда приходят, все. Их пиздатость уменьшается. Ну, повторяю, Авентер первый, Флай второй, Веномчик третий, Тризот четвертый, Камасутра пятый, Дза шестой, Муренок седьмой, Кира восьмой, Лоис девятый, Андер десятый. Ты, вы хотя бы назначили в комнате, кто куда идет, кто да, где? Да, да. И кто там тоже. Авентер, я так понял, он вообще не заходит в портал, да? Он заходит, то он же это проебал там и не вышел. Он не понимает, что там делать. Но он не понимает, куда идти, как он, там он идти. Он, блядь, уловит эти взгляды. Дохуя взглядов ловит. Я же говорю, 90. Отворачиваю просто от этих черепов синих, которые, блядь, по тебе тыкают на синей хуйней такой фиолета. Так, если бы рекомендован был, да, его нет туда. Процентов людей просто приходят сюда и думают, что топ-гильдия, типа, провагонит. Я приду, мне все за меня все сделают. Блаз, ты был когда-нибудь в комнате? Да, был, ходил. Пусть он давай. Не стоял, идет, и все, ёпт. Давай, Бласта. Ну, блядь, по центру кому-то надо будет идти. Киньте оттуда вора вообще. Бласт, у тебя первый портал. А, ты вместо вара поставил? Окей. Конечно, нахуй. Тогда Флойс и Найс это по центру. Да, Бласт, первый портал. Флойс, оставайся. Ты да, на опыте должен здесь всех обыгрывать. За 5 секунд до портала вы уже должны рядом с ним стоять. Чтобы потом не бежать, когда они появятся. Не склик. Да, еда стоит. Вар. Стояла рыба. Тебе ты налево как заходишь. Зашел в портал на левую сторону. Так там четверо слева будет, не? Так, ну, справа я, ты и Муренок. На слева. Слева, Андер, Флай, Веномчик и Бласт. Ну, типа, я просто думаю, что мы... Типа, ну, кому-нибудь сидеть. Это по центру помочь шаманам там это побежать дальние, на самом деле. Ну, ладно, Андер. Я понял. Окей. Андер, беги по центру. Погнали, все, все бабы. Давай еще одну чай погнали. И хаспоты пьем, я чекну потом и выебу вас лично, если вы пить не будете. Подожди, пропустим вот уже вот эти. Первая, третья, пятая, наверное, комната, если будет. Поты можно пить, откатывается. Не пьете поты, до свидания. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Да-да, убегаем. Пропускаем это уже. Далеко мог. Все, и за ней потихоньку ходим. Следующий тоже пропускаем, когда бьем. Нас скипаем.
снова выйду, вот тут уже начинается сразу. Последнего. Последнего. Там у кого-то фонит сильно. Да. Выходим. Душа еще сразу. Это идет большого, кто стоит там рядом. Да я нормально. Не, он ёбнул. Возлагающему тоже можно косты кикать. Спокойно кикать, от черепа ушли все. Удушающие выбили, блять. Возлагающие пошли, милики, бей. Восквозь вылетел. Дум, засыпать. На, нахуй. Пацаны. Падаем. Кто в мили подошел сейчас? Я предполагаю танк. Падаем, лучи, заходите. Не надо ничего бить там. Нет, там он типа бьет по агро. Конусом бьет. Конусом. Он конусом бьет и на том, на ком агро. Если вар не бил, он на нем агро не будет. Это не вар, это скорее всего танк. Не, это вар. Там вар тупо стоял и бил его как босса. А, вар стоял и бил его. Это в дискорде, я говорю несколько раз, что большому щупальцу не подходит. Да и есть большое щупальце, можно же просто отыграться. 24 тела пойдем. Он тут, что он есть, что он нет его. Человек банально даже не знает, что вообще происходит вокруг. Рыба стоит, все кушаем, в комнату не Не заходите в комнату. Где ретро? Сейчас буду, секунду. Тут. У тебя бафы есть? Да. Кама. Погнали. Бля, хуёвый ужин. Ничего страшного. Я понял, Москончик. Налево идите просто. Москончик острая. Фос, опять культёж. Хорошо, давайте постараемся. Фос. Я не вылетел, Афгас.
держу тут две, но я прям застрахован. А, он вылетел опять. Че, балдей зла? Если у него комнат кого-то надо. Сейчас этот, то ли самой умрет. А что вы это вот? Давайте пропустим. Вас, заходи в девятый портал. Вас так заходит. Вас говорю, вас говорю. Так. Пора просыпаться вас. Смотри, ты не вышел, да? Наверное, сам. Карателька БР не была? А все, завернулся, ладно. Все, он тут портал ком сейчас остался. Пока мобов нет, вы можете перебегать налево. Раз. Три второго уже начинается. О, дот эти моба. Вышли. Еще один. Душа еще сразу на свечном часу. Душа еще. Скипнули? Да? Великий, отходим. Ну, походу. В текстурах ноб? Ну, все, это вай. Да подожди, сейчас, блять, может бить его можно, как обычно будет. Че, это подожди? О, найди. В смысле, как обычно? Ну, его можно. Там где? Только место надо найти, где можно бить. Дальше, пошли, Мелики, бить. Вон оно, слышь, вон, где собака, видишь? Вот оно в этом, в Тореме, по-моему. Так собака мяукая бьет. Подушающая. Там это, порталы сейчас. Да забейте, давай, пожалуйста. Станьте лучше. Сейчас искать эти, блядь, ёбаные. А вон оно, сзади вышло. А, это новое, это новое. Это новое, второе. Не заходим, не надо заходить в портал, лучше заходим. У нас уходит массахончик еще сейчас. Ну что, тогда уже 4. Или в 23 будем. Задохнитесь собственной ненависти. Что в этом? Все лагер печально. Секунда. Трепещите, смертные. Что, мелкий спавнился пиздец быстро? Всегда так спавнился. Хз. Заодно большое, блядь, 4 или 5 мелких заспаунилось. Какое бессилие. А смотри, доты. Поставь перекур 5 минут. Кончик давай.